Сулу Кобейсен. Не знаю, почему ты решила, что эта песня монотонная, потому что ты смогла из нее сделать совершенно не монотонную, а очень зажигательную вещь. Я думаю, что Диля была права на репетициях. Нет монотонных песен. Бывает нету артист. А ты артистка. Ты артистка. Мне вот просто интересно, на какой песне ты можешь споткнуться? Я вот просто, не то чтобы а не надо об этом думать. Я этого не жду. Я просто думаю, что ей не подвластно. Ничего. Посмотрим еще. Но сегодня выступление... еще раз доказала мне, что тебе по плечо любые вокальные произведения. Потому что песня в оригинале одна из величайших песен 20 века. То, что сделала Дуа Липа, это было хорошо. Но можно у тебя спросить, почему ты считаешь ее монотонной, эту песню? Я не понимаю. Ну, вначале просто у меня немного не получалось, так как тональность не моя была, но мы потом подняли, еще немного. И все подняли. Получилось, да? И да, и все получилось, слава богу. Хорошо, спасибо. Ну, что я хочу сказать. Номер, конечно, хороший. Не могу сказать, что фееричный, потому что, в принципе, меня не удивило. Мне прошлое выступление твое понравилось гораздо больше. Что меня смущает, это то, что ты с первого дня появления на проекте уже надела себе на себя корону. Сама, причем, сама себя провозгласила почему-то лучшей королевой. Да, и корона у тебя огромная, размером с твою шляпу сегодняшнюю. И поэтому, мне кажется, это не очень скромно быть такой самоуверенной. И об этом и это транслировать. Мы над этим работаем. Вы обсудите выступление, пожалуйста. Выступление было неплохое. Неплохое. Спасибо. Да. Я думаю, зрители оценили вполне. Ты сделала все, что, о чем мы говорили на репетициях. Мне нравится в тебе то, что ты не просто целеустремленная. Мне нравится в тебе то, что ты впитываешь как губка всю информацию, которую нужно впитывать, и отбрасываешь все сомнения. Может быть, кому-то кажется, что ты самоуверенная, может быть, кому-то не хватает этой самоуверенности. Ну, я, конечно, использовал бы слово «уверенная в себе женщина», «девушка», «девочка». Вот. В общем, все эти женские эпитеты. Корона, главное, чтобы не давила. А если она есть, это уже прекрасно. А сегодняшняя шляпа, мне кажется, просто поразила всех зрителей и телезрителей, которые
Ну а твое исполнение, оно в принципе прекрасно, и ты сегодня меня очень порадовала. Спасибо. Спасибо, Сулу. А мне нравится, что ты уверена в своих силах. Скажи, пожалуйста, что дает тебе такую опору в себе? Уверенность дают мои родители, моя семья и, конечно же, все мои друзья, которые поддерживают меня. И, конечно же, вы, зрители, без вашей поддержки я бы не стояла на этой большой сцене.